Сорванцы. Я вчера зашел в один продуктовый магазин и спросил у продавцов 200 граммов леденцов. Продавцы перемигнулись и сказали: продавцы, получите леденцы. Я домой вернулся к чаю. Я пакетик раскрываю, вижу вместо леденцов 200 граммов сорванцов. Раскатились по столу, очутились на полу. Не успел я отвернуться, со стола слетело блюдце. Не успел я дотянуться и спасти другое блюдце. Все в пакет, не тут-то было. На паркет текут чернила. Человечки, невелички, отыскали где-то спички, утащили под кровать, стали спички зажигать. Эй, с огнем играть опасно! Лампа в комнате погасла. Вот сейчас поймаю всех, а в ответ и писк, и смех. Ползал я, ложился на пол, сорванцов искал за шкафом. Становился я на стол, одного в часах нашел, а другого в мыльнице, третьего в чернильнице, двух достал из-под дивана и, представьте, из кармана вынул 10 сорванцов. Всех поймал в конце концов. В магазин вошел я снова, продавцам сказал сурово: забирайте сорванцов и, пожалуйста, мне взвесьте 200 граммов леденцов. Конец.